Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Realme C51. И сейчас я покажу вам, как включить таймер в камере. Итак, для этого мы открываем камеру. И далее нажимаем на значок шестеренки. Здесь мы выбираем таймер. И можем установить его на 3 секунды и на 10 секунд. Устанавливаем. Возвращаемся и проверяем, как он работает. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.